Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Как вы думаете, хорошо ли родиться принцем? Казалось бы, странный вопрос, конечно. Принцем родиться прекрасно. Но не торопитесь с ответом. Ведь разговор у нас с вами пойдет не о принце из сказки, а о царском сыне, жившем в России в начале бурного и мятежного 20-го столетия. 12 августа 1904 года в семье императора Николая II родился сын Алексей, наследник престола, по западным меркам самый настоящий принц, а по российским даже гораздо больше, чем принц. Будущий отец народа. Такой титул был бы, вероятнее всего, самым подходящим. Ведь не столько царствовать приходилось всероссийским монархам, сколько страдать вместе со своими подданными. Страдать за Божью правду, за православную веру и даже за простое человеческое благородство. Царь и царица долго ждали рождения наследника. 4 дочери у них уже были, но по российским законам они не могли наследовать престол. И вот, наконец, сын, выстраданный, вымоленный, долгожданный. То-то было радости и во дворце, и во всей необъятной стране. Но какая земная радость печали не бывает причастна. У сына Алексея оказалась врожденная тяжелая болезнь. Кому из нас неизвестны синяки да царапины? Летом, наверное, ни одного дня без них не проходит. Ну и что, повздыхаем мы, потрем больное место, да и забудем про него. А вот для маленького Алексея любой, даже маленький ушиб был очень тяжким. От легкого пореза пальца, казалось бы, пальца, могла возникнуть смертоносная рана. Поэтому горечь страданий он познал, можно сказать, с самого младенчества. Хотя по натуре был мальчиком жизнерадостным и подвижным, но всюду должен был помнить об одном жестком правиле. Бегать и прыгать ему можно, а вот оступаться и падать ну никак нельзя. Вот только как отделить одно от другого? Как это сделать? Потому и бегал Алексей со сверстниками, и прыгал, и, конечно, падал. А потом очень тяжело болел. Оттого, несмотря на детский возраст, наследник нередко становился очень серьезным, почти взрослым. По мнению некоторых придворных чинов, Алексей давал надежды на то, чтобы стать не только хорошим, но и выдающимся монархом. Управлять империей его учили каждый день. Бывал он и на заседаниях правительства, и на торжественных смотрах войск, и на высоких приемах. В 1914 году, когда Алексею исполнилось 10 лет, разразилась Первая мировая война. И пришлось совсем еще юному наследнику впервые понюхать пороху. Нет, за малолетством не сражался он на передовой, но больше года пробыл в штабе армии, где всячески старался помогать отцу, императору Николаю II, который был главнокомандующим. Но грянула февральская революция. Царь Николай был предан и арестован. Не избежал задержания и 12-летний Алексей. Новые правители России поставили всю царскую семью под бдительный надзор. 1 августа 1917 года она была отправлена в ссылку в Тобольск. Там докатились до нее вести о приходе к власти большевиков. С этого момента царственные мученики почувствовали всю свою обреченность. Но не падали духом. Их скорбные дни заполняли чтение Священного Писания и церковные богослужения. Вскоре пришел приказ от безбожных властей всю царскую семью
перевести в Екатеринбург и заключить под арест в печально известном Ипатьевском доме. Алексей, как только мог, пытался утешить родителей и сестер. Несмотря на то, что болезнь его обострилась, он терпеливо сносил боль. Старался не пропускать ни одного богослужения, хотя стоять не мог, а сидел в кресле. Между тем приближалась развязка. К заключенным был приставлен бесчеловечный конвой. В те дни в руках у всех, у царственных родителей и у царевен, и у юного наследника, были жития православных мучеников. Читали они их даже по ночам. Очевидно, чувствовали, что скоро разделят их участь. И этот скорбный час настал. В ночь на 17 июля 1918 года вся царская семья была расстреляна. «Мир об этом никогда не узнает», – хвалились палачи. Но мир об этом узнал. Узнал и содрогнулся от жестокости тех, кто казнил помазанника Божия, его царственную супругу, четырех дочерей и сына, прекрасного царевича, не достигшего еще 14 лет. Такое могли сотворить только безбожники. Но прошло их страшное время. Ныне все царственные мученики прославлены в лике святых. И на иконе в самом центре стоит наследник, цесаревич Алексей. Вы знаете, мне довелось побывать в Екатеринбурге, в нижнем храме, который находится практически на том самом месте, где был подвал дома Ипатьевых и где совершилось это чудовищное преступление, там тяжело и мрачно. А вот в верхнем, который весь устремлен в небеса к Господу, светло и радостно. Будем же всегда чтить память державных мучеников и страстотерпцев. И да хранит вас Господь их святыми молитвами.